Всем привет! Видео решила снять скорее больше для себя. Ну, кому будет интересно, милости прошу, конечно. Покажу астрофитумы. Сначала мои прошлый посев хочу показать. Фотографию я вставлю, которая была сделана 6 июня 2021 года. И вот состояние на сейчас. Я этот горшочек попробовала расположить ровно так, как и на фото будет. Фото я сделала из видео, поэтому качество там не особо. Но разницу вы увидите. Вот, им где-то, я думала, им больше года, а им получается месяцев 9 где-то, не больше. Вот. Так, и вот буквально где-то дней 10 назад я получила семена и сразу посеяла. Вот для меня почему-то астрофитумы проще всего схожи с семян. Я не знаю, хаворти у меня как-то потуже идут. Так, и хочу, так как я не любитель сохранять бирочки и все такое, у меня все теряется, я решила сразу показать, что я посеяла. Астрофитум Астериас Супер Кабута. Астериас на Ойобо. Вот это сказала. Кто знает правильно, пишите. Так, и Астериас Ханазона. Хананзона, я знаю, есть. Ну ладно, разберусь. Да, хоть бы YouTube не заблокировал меня. Так, что хочу сказать про этот горшочек. Вот посеяла я 10 дней назад. У меня на стеллаже лампы 1,20 м, а сам стеллаж 90, поэтому... Ой, 90, 900. И выступают края, и я на вот этот один край, который выступает, ставлю горшочки с семенами, и они типа получаются с нижним подогревом, когда лампа работает. Вот. Сидят под пленочкой. Я каждый день открываю. Там минут 5-10 проветриваю. И обратно под пленочку. Вот. 10 дней моим малышам. Пока еще ничего толком не понятно. Но размер для себя я вот запечатлила вот такие штучки. Будем расти дальше. Всем пока!